Друзья, здравствуйте. Мы в Токио. Центральный Токийский парк, принадлежавший императорской семье. И только лишь в 60-м году он, этот парк отдал в национальное достояние Японии. И теперь этот парк может посетить любой желающий. Это очень небольшие символические деньги. Вот что отличает японцев от других наций, национальностей? Их понимание красоты. Вот если взять, например, парки европейские, то все красиво, но все подстрижено, ухожено. А здесь, даже если все и рукотворно, то все равно создается такое ощущение, что ты вот в природном ландшафте, как бы нетронутым руками человеческими. И мы находимся в этом парке, время цветения сакуры. Конечно, все замечательно, красиво, очень цветно, очень живописно. Любой уголок, возле любого уголка можно встать и часами наблюдать это совершенство форм, цветов и линий. В общем, желаю, чтобы у каждого из вас хотя бы раз в жизни появилась возможность посетить Японию. Why? Nothing.